Проверки надзорных органов в ближайшем будущем ждут и столичные кафе, и столовые. Чебоксарскую сферу обслуживания совсем недавно проинспектировала телеведущая канала «Пятница» Елена Летучая. Ее программа «Ревизора» приобрела большую популярность среди зрителей. Некоторым столичным заведениям нечего было скрывать, и они прошли проверку. А вот в других было найдено немало нарушений. Летучая уехала, а проблемы остались. Передача показала, на каком уровне находится контроль услуг общественного питания в столице Чувашии. Как отметили в Министерстве экономического развития республики, в последние годы надзор несколько ослаб. Основная ответственность за качество и безопасность оказываемых услуг лежит на руководителях предприятий общественного питания. В ближайшее время управление Роспотребнадзора по Чувашии планирует провести ряд проверок. Насколько мне еще известно, одно из предприятий, которые были установлены наибольшие недостатки, будет закрыто на ремонт, и руководство обещает привести качество услуг в соответствии с установленными нормами. Мы, конечно, в этой сфере работаем, да, работаем с руководителем, специалистами этой сферы, стараемся, чтобы они ответственно отнеслись, ежегодно проходили гигиеническое обучение. Но, к сожалению, без недостатков не бывает, но мы будем с ними бороться, работать дальше с руководителями предприятий.